Всем привет, дорогие друзья! С вами снова Эдисон. Добро пожаловать в новую серию Rocket League. Она вам нравится? Ну тогда держите еще одну серию. Ребята, если вы хотите видеть Rocket League как можно быстрее, прямо сегодня или завтра, или послезавтра, каждый день, по 2-3 раза в день, все, что от вас требуется, это просто-напросто поставить лайк. Как только мы наберем 500 лайков на вот этой серии Rocket League, сразу же выходит новая. Она, в принципе, недолго играть в нее, пару матчей можно сделать, поэтому видео не получается долгим. Поэтому я думаю, что можно делать новые серии Rocket League. Но будут ли они, сколько их будет и будем ли мы дальше продолжать играть в эту игру, зависит только от вас. Поэтому, ребята, если вы хотите больше Rocket League, поставьте лайк, набираем 500 лайков, в ту же секунду выходит новая серия. Также, ребята, спасибо тем, кто сейчас находится тут, поставить лайк, оставить свой комментарий. И кто еще не подписан, подпишется на мой канал, я буду очень сильно рад, если вы вот это сделаете. И еще, ребята... В принципе, нет, больше ничего, давайте мы сразу же будем начинать и приступим к следующей игре 3 на 3, как обычно. Я надеюсь, мы затащим. Если мы затащим, будет очень круто. Что это за фигня? Меня уже пнули в игру, которая уже и шла. Наверное, просто у чуваков кто-то вышел с игры и меня запихнули. В игру, которая уже началась. Ну ничего страшного, Эдисон ща порешает, ничего страшного. Эдисон только зашел в игру. Все. Мы, ребята, уже еще порешаем. Осталось 4 минуты. Я надеюсь, что мы хотя бы сможем затащить. Я не говорю, что я всегда тащу. Многие игроки тоже тащут и без меня. Забей, да не туда, не в ту сторону. Не в ту сторону. Вот сейчас в ту сторону. Замечательно, чувак, навести, пожалуйста. Ай, опять не туда. Я не знаю, хорошо или я выбил, но мне почему-то кажется, что не совсем. А не, более-менее. Опа, вот это, вот сейчас я круто выбил. Ребята, пожалуйста, кто-то навесните. Кто? О. Кто сможет? Нифига себе, кто кого там запинал? Кто кого там убил? Почему ты такой идиот? Я бы отбил мяч, но он меня пнул в бок, он меня пнул и сам не отбил мяч и мне не дал его отбить. Ну ладно. Так уж и быть. Я решу эту проблему. Давайте дальше. 2-1. Пожалуйста, если мяч будет на меня лететь, то или ты отбей, или дай, чтобы я отбил. А не он меня толкнул и сам отлетел, а другой из вражеской команды просто-напросто подъехал к мячу и просто пнул ворота и забил нам гол. Такой дурацкий гол, потому что, ну, я бы там запросто его бы смог отбить. Круто! Давай, 3-1, ребята, вы быстренько едьте, я поеду быстренько за нитро. Давай. Все уехали, ребята, просто-напросто навесни, я запинаю вам. Ух, это хреново чуть-чуть. Хотя, я просто не вижу... А, вот сейчас уже вижу, мяч летит в мою сторону. Не очень круто, не туда, куда я, конечно, хотел... Ой, это вот это хреново. Нормально. Так, ребята, вы там бегите за мячом. Ух, почти забил. 4 гола. Вот игра нравится, когда ты вот так выигрываешь, когда ты пихаешь им. Нет, конечно, не то, что вы подумали, а пихаешь им. Мячи, ворота, каждый за другим. Вот так, конечно, игра нравится. Когда ты проигрываешь, конечно, она не будет нравиться. Это, в принципе, везде, в любых играх так. Но тут реально очень круто, когда ты выигрываешь. Прям, знаете, тащишься от этой игры. 4-1, мы уже выигрываем. Я опять должен выбивать. Забей гол, я тебе так круто... 5?
Наверное, не зря меня засунули в эту игру, потому что меня уже запихнули в ту игру, которая началась. Это значит, что игра уже началась, но кто-то с команды вышел. Поэтому меня нашли как игрока и запихнули уже в начавшуюся игру. Ну ничего, мы сейчас, ребят, да, в принципе, мы уже тащим, можно сказать. У них нет, у них никто не вышел, мы играем по-честному, трое против троих, без ботов. Опа, я мяч не пнул, но зато я пнул прям двух или трех игроков. И от... А что? Так, сейчас, дайте я сосредоточусь. Я их просто-напросто оттолкнул в сторону, на ихнюю половину поля. Нормально! Я сколько забил? Я 2 гола забил. Каждый из нашей команды забил по 2 гола. Это круто. Осталось еще полтора минуты. Ну, да, чуть больше, чем 1,5 минуты. Так, ребята, вы там бегите в центр, я поехал за нитро. Опа. Выбейте кто-то. Или я должен. Ну, выбил как смог. А, я хотел выбить. Я не видел, честно, я его не видел, что там был вообще чувак. Фу. Вот это я круто выбил. А, ой, ты куда-то не туда бьешь. Эу! Нагло-то! Пнул меня? Да, ничего, ничего, чувак. То, что ты меня пнул, это... Это пофиг. Я сейчас и так вам затолкаю тут еще парочку мячей. Если не я, то... Да опять... Вот ты, зараза. Не толкать! Нифига! Это кто у меня в команде? Месси или там Ибрагимович или еще кто-то? Смотрите! Он на себе, смотрите, он на себе мяч подбил 3 или 4 раза и затолкал ворота. Это круто было. Супермен, у него имя Супермен. Ну, возможно, возможно. 7-1. Если я сейчас еще одну игру сделаю, то, что я выиграю, шанс, наверное, будет равен 0. Потому что, когда ты выигрываешь с таким счетом, то шанс, что ты выиграешь 2 игры подряд, минимальный. 8-1. Это что за фигня? И опять этот чувак забил, но у меня ассист, поэтому нормально. 4-2-2. Давайте вы на центре, я, как всегда, за нитро. 8-1. Самый большой счет, который только у меня был. Честное слово, ребята. Ну... Это еще, можно сказать, не конец игры, но... 9-1. Вряд ли мы дойдем до 10-1. Но это, вот сейчас это 9-1, это уже самый большой счет, который только у меня был в этой игре. Наверное, с каким счетом я проиграю в следующей игре. Посмотрим. Посмотрим. Давайте вы опять, а я за нитро. Забрал! Кто там у меня нитро украл? Так, где мячик? Упс. Упс. Выбил. Нифига себе, прям в полете выбил. Ух, у меня что-то начало лагать. Пожалуйста, не выкидывай меня. Я хочу выиграть эту игру и до конца ее доиграть. А то если меня сейчас еще выкинет мой интернет... Последние секунды. Счет 10-1. Они еще нас могут, наверное, догнать, еще выиграть, если честно. Посмотрим. Посмотрим. Ух ты, громко. Опа, новые диски. Нормально. Ну что, еще раз? Хотите? Я хочу рематч. А, нет, они уже повыходили. Ну ладно, давайте еще одну игру. Сейчас постараемся еще одну игру начать. Опа. Вторая игра. Ребята, я даю 100%. Меня опять запихнули уже начавшуюся игру. Посмотрим, сможем ли мы точно так же выиграть, как в предыдущий раз. Вряд ли. А, это счет уже 1-1. Нифига себе. Ах вы косожопые. Там не попасть в пустые вороты. Ворота, когда они прям пасуют вам. Ну, нормально. Это мой косяк был, да, ребята. Я промахнулся. И там был даже шанс, что они нам забьют гол. Да, это я промахнулся. Ну. Почти.
Почти попал, но... Ух ты! Нормально. Как там он... Как он не забил? В смысле, не как он не забил, как мяч не залетел в ворота? Там же прям в ворота он летел. Иногда вот эти моменты прям убивают, если честно. Когда мяч уже реально там в ворота летит, и ну как-то не попадает. Нормально. Смотрите, мяч еле-еле. Ну, все-таки докатился. Нормально. 2-1. 2-1, ребята. Меня опять запихнули уже в начавшуюся игру. Я не знаю, почему вторую игру подряд. Может, реально кто-то выходит, знаете, с игры и меня пихает в игру, которая уже началась, чтобы игроки не играли с ботами, да, а чтобы с, ну, живым игроком. Поэтому возможно. Да, в принципе, наверное, так оно и есть. Но все же. Если выигрываем, то почему бы и нет, да? Упс, кто-то вышел? Нет, мне показалось просто. Он где-то там, знаете, шастал. Мне показалось, что он вышел. Упс, я аж подпрыгнул. Выбейте, пожалуйста, ребята. Круто. Нависните, кто сможет. Если сможет, конечно. Ну, не прям то, что я хотел. Это самый случайный гол в мире был. Он с собой меня толкнул, и я забил гол. Я бы там никак с такого ракурса, я бы никак там не забил гол. Но то, что он меня вот это, ну, ударил сбоку, можно так сказать. Опа. Гол. Паскуда, там мой такой чистый гол был. Смотрите, он прямо-прямо в ворота шел. Там бы никто его не догнал. Но он просто-напросто скрысил. Ты скрысил мой гол. Давайте, 4-1. 4-1, еще 2 минуты осталось. Ну, в принципе, всегда есть шанс, что они смогут догнать и выиграть. Всегда есть шанс, ребята. Это такая игра, где если минута остается, то они еще смогут нас догнать, еще и переиграть. Но, если мы будем выбивать мяч... то тогда шанс, что они нас догонят и перегонят и выиграют, конечно, уменьшается. Да почему вы мне не даете ударить, когда у меня есть возможность? Все, круто, он забил или не забил. Мы все, короче, промахнулись. Давай. Да никто не попадает в этот мяч! Давайте, быстренько, я за нитро. Все, я тут. Я ща выбью, если смогу. Смогу. Конечно, смогу. Забей. 5-1. Давайте посмотрим. О, он прям... Отлично так ему приостановил мячик. Прям, чувак, держи. Я специально для тебя его так подстроил. На, бей, забивай гол. Ну, раз так. Опа, нависни, чувак, если сможешь, конечно. Ну, это не очень такой навес был, если честно. Ну, ладно. Я быстренько за нитро. Нормально, нормально. Чувак сам себе выбил. Я в защите немного вот так иногда стою, потому что защита всегда полезна. Если что, мяч на меня будет идти, то я его смогу выбить. Я им даю возможность забить гол. А если что, то я смогу его защитить. И если все-таки мяч будет идти в наши ворота, я смогу защитить. Ай, это хреновенько было. Я сам не попал и перевернулся. Сейчас они могут нам гол забить. А, хотя... Хотя уже не забьют. А, чувак, ты сам не забил и мне не дал. Я бы там, может, и смог бы забить. Мое нитро. Ну, тут уже гол. Ну, тут, в принципе, гол. Ну, 20 секунд осталось. Вряд ли кто-то сможет забить 3 гола за 20 секунд. А хотя, может. Может, сейчас какие-то там читы, знаете, пойдут. Так, 20 секунд. Вы в центр, я за нитро.
Так, нормально. 18. Просто-напросто держите там мяч. А, ну... Ну... Короче, за 10 секунд 4 гола. Как думаете, ребята, они смогут нам забить 4 гола за 20 секунд? За 15, допустим, если округлить. Ух, не знаю, не знаю, не знаю. Ща увидим. А, в принципе, тут уже, если честно, нету смысла даже за тем же Нитро идти, потому что, ну, какой смысл, если тут 10 секунд осталось, да? Просто навесните. У нас уже рекорд был, самый большой счет. Я даже сейчас... Полетаю немного. Да нету смысла уже. Какой еще? Нормально. Все, ребята, выходим в меню. А вот сюда. И все. На этом мы будем заканчивать. Две игры мы выиграли. Первая игра это какой-то вообще фантастический счет. Я никогда не выигрывал с таким счетом. Да вторая игра тоже так 6-2. В принципе, нормально. Ребята, я еще раз повторяюсь. Если вы хотите больше Rocket League, если хотите еще одну серию сегодня же, или, допустим, завтра, или послезавтра, когда вам угодно, поставьте лайк. Набираем 500 лайков, сразу же выходит, в ту же секунду выходит новая серия Rocket League. Зуб даю, честное слово, ребята. Также, кто хочет со мной пообщаться, оставляйте свои комментарии под этим видео, я с удовольствием их прочитаю, также на них постараюсь ответить, поэтому я смогу с вами пообщаться, своими подписчиками. И также, кто еще на меня не подписан, подписывайтесь на мой канал, я также скажу, я рад каждому новому подписчику, поэтому, ребята, не стесняемся, просто-напросто берем, нажимаем на кнопочку снизу под видео и подписываемся на мой канал, я буду очень сильно этому рад. Ребята, всем спасибо за просмотр, всем удачи, всем пока.